сегодня замечательный, невероятно самый лучший на свете концерт Мус-клуба МГУ. Особенность Мус-клубника этого года в том, что мы выбрали тематику, которая больше всего нравится нашим слушателям. Это любовь. Любви посвящено в целом много песен, поэтому самые красивые из них мы исполним сегодня. В этом году мы впервые выступаем с преподавателями МГУ, самыми любимыми, известными, ради которых любой студент захочет стать частью этого мероприятия. Сегодня выступают 4 преподавателя, и одна преподавательница будет ведущей, Людмила Викторовна Буднева. Мне кажется, это вообще органичная идея, потому что в нашем университете преподаватели вместе со студентами и учатся, и отдыхают, и работают, и творят. Я вообще за то, чтобы студенты и преподаватели имели какие-то общие активности. Ну и тем более музыка – это мое основное хобби. И когда мне предложили поучаствовать в такой общей активности, я отказаться просто не мог. Мы с друзьями решили посетить данный концерт из-за преподавателей нашего факультета, которые принимают участие в этом концерте. Мы знали, что они увлекаются музыкой, но до этого никогда не видели выступлений. Это невероятный опыт для нас, как для студентов, повзаимодействовать вне университета с преподавателями, которых мы очень любим. И также для публики это достаточно интересно, потому что все точно так же привыкли к определенному поведению преподавателей. И увидеть их с музыкальными инструментами или даже поющими – это просто невероятное удовольствие. На занятиях у нас есть какой-то формализм общий. Здесь мы в такой душевной атмосфере репетируем и, собственно, выступаем. Это прям совсем отличается. Ребятам, студентам тем более было интересно, потому что очень необычно, когда, допустим, ты можешь сыграть с преподавателем, который недавно принимал у тебя экзамен, а теперь ты играешь с ним в одной группе. Это первое мероприятие Мус-клуба, на которое я пришла. Я была очень рада, что вообще в Новосибирске в МГУ проводят такие большие мероприятия. Очень приятно удивлена качеством выступлений, качеством музыки, в принципе. Ребята делают потрясающие вещи. Я очень рада, что было так много людей. Были и жители Академгородка, были выпускники, видимо, были родители. Концерт длился более 2 часов. И я надеюсь, что это вдохновит ребят повторять. Будем проводить еще, может быть, и на других площадках. Они замахнутся ли нам на Дом ученых, на Маяковский. Ну, а там уже и концертный зал «Россия». Почему нет? Мы очень талантливы. Думаю, что шоу «Мозгу»